Альтернативный день знаний придумали 4 года назад. С тех пор последний день отдыха перед школьными уроками родители вместе с детьми проводят ярко и красочно на фестивале «Перелетное». Посетить нелинейку смог каждый желающий. А хотелось сделать действительно настоящий праздник для детей, чтобы они здесь были главными действующими героями, чтобы они приходили и сразу включались вот в эту игру. Изначально он задумывался для детишек, которые не учатся в школе по тем или иным причинам. Ну, например, кто на семейном образовании, то есть кого родители сами воспитывают. Дружелюбная капоэра, мастер-класс по танцам и китайскому языку, выставка картины, даже дыхательная гимнастика. Каждый желающий смог написать письмо защитникам Донбасса. Для этого была организована добрая почта. Программа фестиваля в этом году получилась насыщенной благодаря не только организаторам, но и участникам фестиваля. А зам столярного дела можно было обучиться прямо во время праздника. За ремесло отвечала семья Ощенко. Также мы выставляем сегодня свои товары, которые мы делали в нашей столярной мастерской, в которой также дети сами делали. Вот. Ну и плюс еще у нас наши дети, их четверо у нас, также участвуют в ярмарке. Средняя дочка пекла, старшая делала леденцы, а средний сын с папой ножи точили. Кроме того, каждый ребенок продемонстрировал свои навыки на практике. Магазинчик хендмейда, выставка продажи рисунков и даже мобильное кафе прохладительных напитков. Сделать что-то своими руками, а потом продать это за символическую цену смог каждый маленький участник фестиваля. Местная ярмарка раскинулась по всему креативному пространству. Здесь мы представляем собственное приготовление пиццу, шарлотку, наши садовые яблоки, которые мы сами собираем. Сыр, который готовит мой отец из козьего молока. Тут у нас иван-чай, который делает и ферментирует моя мама. Это картина, которую я рисовала сама из гуаши. В завершении дня участники фестиваля насладились живой музыкой и фаер-шоу. Алина Тихонова, Юрий Конихин, Управда ТВ.